5 секунд от старта. Рестотор открывает машину с места. Ну что, Масленников или Филимонов? Вот главная борьба. Масленников или Филимонов? Никто не уступает. Филимонов впереди, Масленников внутри. Нет контакта. Разъехали точки. Алексей впереди. Андрей следом. Ну и на третье место, если я не ошибаюсь, выбрался Дмитрий Комиссаренко. Блистательный старт. 5 место на третье. Юрмачевский первый. Но потом небольшая ошибка, пилот по номерам 30, и все-таки Курянин выходит вперед. Пятым идет из финала до пришедший Никита Ходов. Ну а группа преследователей возглавляет 23-й Никита Ушаков. А на горизонте стекают зорницы. Здесь же Александр Кошлев, 13. И замыкает Божий 38-й Никита Ходов. Второй круг. И какая борьба там на выходе Джокера, смотрите. Опять сошли старые знакомцы Ходов и Кошлев. И на этот раз Кошлев взял верх. Но по-прежнему из тех, кто уже был на Джокере, явный лидер Никита Ушаков. Это уже четвертый в абсолюте на серебристой восьмерке. Напомню, что это восьмерка раньше подал Алексей Филимонов. Но потом ее передал более молодому гонщику. Сейчас Филимонов лидирует, но Масленников очень близко. Там на полсекунды между парой лидеров, и любая ошибка каждого из них тут же готов остаться. Павел Карпачев, он третий. Четвертая строчка. Лидер за выходом Джокера. Вот там много решит. Ушаков очень близко, очень быстро. Ушаков Марти, выход первый. Ушаков второй. Еще есть время. Два полных круга пройдено. Ровно середина дистанции. 2,5 круга. Еще одна зорница. И не собирается сдаваться также Павел Карпачев. Он вот так вот за Филимоновым было минимум. В двух квалификациях уже гнался. И посмотрим, чем все это закончится. Масленников третий на чистой трассе. Дальше Сосопа Комиссаренко. Чуть поодаль группа из Ходова, Кошелева и Алешина. Там решает по шестого места. Ну а у нас три полных круга позади. Кто поедет на Джокер, если кто-то? И ни Алексей Филимонов, ни Павел Карпачев еще не были на тех лишних 182 метрах. Третья позиция по этой гонке у Андрея Масленникова. Он выиграл, я напомню, выиграл квалификацию. Он уже был на Джокере и несется во всю прыть, чтобы как можно больше отыграть позиции. И вот сейчас-то самый последний, в общем, в фазе всего будущего уикенда. И решится, кто же станет сильнейшим. Филимонов, Карпачев и Масленников выбирают. Лидеры отправились на лишние метры. Масленников. Алексей Филимонов проходит первую стыку на спуске. Масленников допускает небольшую ошибку, поэтому отстает от лидера. Торможение, вторая стыка, спуск Алексея Филимонова. Машину подбрасывает на реальном участке. Финальный поворот сегодняшнего уикенда. Торможение, вторая передача, третий разгон. И победа! Победа Алексея Филимонова.
Но по отчеству воздуха победителя второй сегодня были Юрий Андрей Масленников, он второй. И Павел Горбачев, трудовая третья позиция. Блистательно, блистательный спектакль подарили нам пилоты. Ушаков четвертый, Комиссаренко пятый, Ходов шестой. Седьмая позиция у Костева и восьмая у Алешина.